Команда КВН сборная города Видное вернулась с первой стартовой игры Кубка Лиги Золотого кольца России. Старт творческому конкурсу был дан в Костроме. Серия игр пройдет в 5 городах Золотого кольца. В этом сезоне принимают участие 9 команд. Члены жюри уже отметили яркое и энергичное выступление видновских КВНщиков. Мы этот кубок рассматриваем исключительно как тренировочная база, чтобы, опять же, в основной нашей лиге, в юго-западной, у нас было больше материала, больше проверенных шуток, чтобы было больше уверенности в нашем выступлении. От игры к игре Лигу Золотого кольца будут покидать по 2 команды. Видновские ребята активно готовятся к следующему выступлению. Завершится кубок в декабре.